День государственного герба и флага сегодня празднует Республика Крым. Автолюбители и мотоциклисты с флагами полуострова устроили пробег по главным улицам столицы и промчались по главным кольцам. Молодежный флешмоб, показательные спортивные выступления, праздничные мероприятия, патриотические акции, хорошее настроение горожан. Более расширенный репортаж смотрите в наших следующих выпусках. На нашем гербе написано «Процветание в единстве». Потому что на нашем Крымском полуострове живет очень много национальностей. И им все они процветают, все они радуются жизни. Самое главное, все они живут дружно.